берег. Вот такие красавчик. Хотел ее спустить. Уровень маленький совсем. Что, нам тяжело, приходится по порогам перейти. Если она будет занята, то конечно. Репортаж прямой? Да. Это прямое включение. Потом тут порожек, тут и половить можно сам. Тут рюкзак есть еще. Буду ходить за ним. Туда-сюда, туда-сюда. Ладно, будь. Вот, сейчас будем дальше подниматься, смотреть. О! Вот такой харвусина. Поди-ка сюда. Не-не, Андрей, ты тут... Ты смотри, смотри, смотри. Да? Вот такая щучка у нас. Пойдем за следующий. Итак, ну вот, наконец-то я в Архангельской области. И мы собираемся на рыбалочку. На 7 дней. Собрали вот столько скрабов. Как будто бы на 70 дней. Скрабл. Скрабл. Скрабл бабл. Сейчас за нами приедет машина, мы погрузимся. Там все это в лодочку погрузим. И потихонечку пойдем подниматься вверх по реке. Все, грузим лодку. Носок у нас вещей, это одежа. И вон полная лодка вещей. Сейчас догрузим все, чуть-чуть осталось. И пойдем туда. Вот мы отходим от причала. Иван Михайлович на румпеле. Погнали. Все, теперь по речке, где надо, наверное, 100, сейчас пойдем наверх. Понтонная переправа для лесовозов сделана. Пойдем к поселку. Дождик пошел. Тут прям под хороший дождь. Прям хороший. Все сырое. Такой вот мостик. А, шашлык же, да? Так, пока идет дождик, решили перекусить. Стали под елочкой. Под головой. Чуть-чуть подсохнем, да, под головой. Единственное, что чуть-чуть такой момент. Вот, сейчас подсохнем, чуть-чуть перекусим. Дождь закончится и как раз пойдем нормально. Так, ну вот мы перекусили. Дождик вроде закончился. Сейчас отправились обратно по реке вверх. Прошли уже где-то 40 с чем-то километров. За сегодня нам надо пройти примерно километров 120, наверное, 140. Вот. Переночуем. И потом еще оставшиеся там 40-60 будем проходить вверх по реке.
Так, у нас привал. Сейчас мы будем костерок разжигать. Чайку согреем, побьем чайку с чем-нибудь вкусным. Угу. Вот там где-то в лесу Иван Михайлович. Валит сосны. Третий ночь тут стоит. Вообще ничего не делает. А вот стоит просто. Я вот снимаю, оператор. Лодочка наша. Все, сейчас чайку попьем, согреемся чуть, а то дождик, который шел часа, наверное, 4. Немножко подмочил нам репутацию. Ничего. Первый заброс. В самом конце оторвала леску, но уже была на берегу, поэтому забрал. Вот такая щучка. Не знаю сколько, взвесим. Так, ну-ка, что тут за улов? Чупакабра. А этот, что там еще? А, хрюзок. Первый хрюзок у нас. Ха-ха, понеслась. Все хорошие щупаки. Да. Да, эту отпускаем, что, в смысле? Ну-ка. Жабра немножко, да? А Андрюхе тоже уже навязать что-нибудь. А он меня звал чай пить, говорит, пошли чай пить, пошли чай пить. Я говорю, надо там кинуть один раз. А тут на раз. Где у ручейка тут мягкого, да? Да, да, прямо у ручья. Я вот туда в гачу эту зашел. И прямо там, короче, у берега. Можно еще раз там кинуть, мне кажется, там еще есть. Я просто пока завязываться буду тут. Так, мы продолжаем движение вперед. Останавливались, словили пару хрючков, таких средненьких, нормальных. Вот. Еще где-нибудь тормознемся. Еще парочку словим, чтобы на жарёк хватило нам. Так, ну вот наша остановочка. На ночевку. Там пару рожек такой мы проходили. Будем вот в этой избушке ночевать. Избушка от УАЗ. Самая лучшая избушка. Вот так вот. Сейчас быстренько чайку попьем. С сальцем. Еще какой-нибудь салатик слопаем. И спать. Завтра будем рано вставать. Продолжим путь. Наверх. Вот такая вот у нас избушечка. Тыч, тыч, тыч. Время 7:53. Надо вставать. Вот такое вот там великолепие сейчас происходит. Почему-то без нас. Но мы уже идем. Все. Так, вот мы проснулись. Время где-то примерно 9 часов. Выспались хорошо сегодня. Вот покажу избушку. Вчера не было видно. Тут печечка такая. И избушка. Ну, 3 человека взять хорошо. Один там с той стороны. И 2 с этой спальника. Прям нормально, комфортно. Вот так вот. Вот такое вот у нас утро. Просто великолепное. На улице солнышко греет. Такой прохладный ветерок. Из этого много комаров, мошкары нет. Вот так вот тут лестница вниз спускается. Андрей чистит зубы. Михайлович чистит рыбу. Сейчас хариуса пожарим, которого мы вчера словили. Вот, позавтракаем этим блюдом. И вот такая лесенка. И потом соберемся и дальше в путь. Нам еще где-то километров 60 надо будет пройти. Вот так вот тут красиво.
Так, ну все, мы покушали. По хариусу. Половощук съели, остальное засолили. Сейчас мы покидаем эту избушку. Вроде как все собрали, все убрали, все красиво, чистенько. Так, все, мы отправились. Вроде все забрали. Погодка чудесная. Погодка чудесная. Действительно. Вроде и прохладный ветерок. И тепло. Идеально. Мы проходим очередной порог. Кто-то работает, а кто-то должен снимать. Вот такие вот тут мы. Продолжаем, идем вот туда. Вот ту красоту. Сидит на всех трех этих. Так. Иван, расскажи нам, кого вы поймали? А я поймал хариуса. Вот так вот. Ханьская область рулит. Я знал, что заброс будет удачным. Но не стал говорить. О, красавчик какой у него. Береги красивые, смотри, да? Красавчик. Сошел, да? Так, это щучка Андрея Геннадьевича. Оп-о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 п. Вот такая вот. Блин, хорошо взяла, кстати говоря. Все, цепляй. Вот он. Чемпион. Блин, ты и все распорол. Хотел ее отпустить. Ну что, у нас привал. Будем обедать. Конечно, запозднились мы с обедом чуть-чуть. Время уже почти 4 часа. Андрей Геннадьевич картошечку чистит. Сейчас здесь костерок разожжем. Вот. И будем есть уху. Потом дальше отправимся. Андрей Геннадьевич, как тебе дорога сейчас? Как тебе дорога сейчас? Тяжелая, тяжелая дорога, непростая. Вчера было попроще. Вчера было попроще. Много раз вставать приходится. Ага. Ну, грубо говоря, сегодня уже не дремлем, вот. Да. Просто было очень хорошо. Сидишь, ты спишь. Красота. Ладно, будем костерок разжигать.
Место хорошее. Да, вот повар. Вот повар. Все, все. Вот такую шицу варим. По стельке все как положено. Из пойманной рыбы. Давай, Андрей Геннадьевич, снимай. Так, мы пообедали. И продолжаем движение вверх. Сейчас вот мы решили, что здесь мы немножко поудим. Вот такое вот решение у нас есть. Вот, вот такой вот порожек. Так, время почти 7 часов. Мы пробираемся по речке. Речка, уровень маленький совсем, поэтому тяжело, приходится по порогам перетаскивать вручную, либо шестами, либо просто вручную пробку. Но мы движемся вперед. Команда у нас все та же. Вперед к победе. Так, время уже 9:30. А мы продолжаем свой путь. Половили хариусков. Сколько-то в порожках. Наверное, с десяток, может, поймали. Вот. Щук-щук пока не ловится. Андрей Геннадьевич поймал щук у нас. Итак, время 11:30. Мы продолжаем путь до избы. Пока ее не видать, не слыхать. Надеюсь, она будет не занята. Да, Андрей Геннадьевич? Лучше бы она была. Жеванный крот. Если она будет занята, то я вообще буду жеванный крот. Ладно, продолжаем мы поиски. Вот, нашли мы избушку. Сейчас будем причаливать. Ой, на-ка, держи-ка. А то мы сейчас причалим тут. Такое, наверное, последнее испытание перед избой. Пройти этот порог. Так. Надо к мелю. Мель. Ты ведешь репортаж прямой? Да. Это прямое включение. Мы ведем репортаж с места. Все, все. Так, вот мы приплыли. Наконец-то избушка наша, в которой мы обоснуемся. Ну, тут кострище, тут нормально сделано все. Можно будет готовить. Вот такая избушка. Сейчас перетащим все вещи с лодки, чтобы потом можно было на лодке еще вверх подниматься попроще. Да, Андрей Геннадьевич? Андрей Геннадьевич доволен, смотри. А то можно было и в палатке спать. Ага, нам ху. Ладно, все. Разгружаемся. И, наверное, готовим ужин. Мы же еще не ужинали вообще-то. Время 12 ночи почти. Без 15. А? Ты и попьешь чай, мы будем ужинать. Вот такой тут порожек, тут и половить можно, на самом деле. Я думаю, тут хариусок есть еще, честно говоря. Вот Андрей Геннадьевич. Я буду снимать просто, как Андрей Геннадьевич все носит. Буду ходить за ним. Туда-сюда, туда-сюда. Ладно, будем помогать. Ну, вот наш сегодняшний улов. А, ну сегодня мы еще щуку словили, да, съели. И три хариуса еще поймали, тоже съели. Сейчас почистим, пожарим. Часть сразу засолим. Все.
Все, мы в избушке. Затопили печку. Все, ничего не видно. Сейчас готовим. Хариуса жарим. Ну и чаечек клеим. Вот так вот. Уже тепло и хорошо. Ну вот, на следующий день настал. Утро. Четверг. Четверг сегодня? Да. Четверг. Мы позавтракали. И сейчас собираемся подниматься опять вверх. Вон туда. Не выглядит, как будто вверх, но там вверх. Так, мы отправились. Пробираемся тут. По такой траве. Очень тяжело, потому что наматывается на винт. Сразу трава длинная. Поэтому потихоньку идем. Поднимаемся по реке потихоньку, останавливаемся в порожках. Ну и перед порожками, за порожками. Ловим хариуска по чуть-чуть. В принципе, в каждом порожке кусток подоловим. На ухуда, на жареку у нас уже есть. Вот, сейчас будем дальше подниматься, смотреть. Пристали мы к такому островку камешника. Сейчас будем обедать, потому что время уже пол второго. Хариуска мы половили. Дрова, за дровами пошел. А Андрей Геннадьевич на картохе. Вот такой наряд у него. На картохе называется. А? Нож? Пихтери? Покажу полную картину всего происходящего. Вот так вот красиво здесь. Ладно, будем готовить и кушать. Такой у нас получился улов. Сейчас будем чистить, часть засолим, а часть у нас пойдет в уху. Все, чистим. Андрей Геннадьевич варит уху. Уха. Андрей Геннадьевич. У нас сковородочка готовится. Будем еще жарить хариуса. Да, я думаю, надо. Сейчас попробуем здесь, наверное. А там где? Там глубоко, там не пройти. О! Да, есть. Блин. Да, вот я подтягиваю, да. Хороший. Очень хороший. Вот такой харусина. Поди-ка сюда. Кидай, Андрей, есть там хариус, только что меня дернул. Хороший, по-моему. Блин.
О! Взяли одного, да? А? Взяли одного? Да, да, там был. Так, пойдем попробуем согнать щучку. Где-нибудь она здесь в лопуге, наверное, стоит. Посмотрим. Да, тут сильно мелко, конечно. Маленькая-маленькая стояла. Ушла на центр. Ну там вообще маленькая она. Но. Так, здесь слишком маленькая щука. Пойдем к следующей. Против солнца, конечно, поход видно будет. Ну ладно. Вон маленькая. А, хорюсок это или щучка? Не, мелковато здесь для щуки. На глубже смотреть. Так, пойдем посмотрим, что представляет себе. Избушечка. Вот так. Хвощ ловит. Андрей Кинович моется там. Вот там дальше, наверное, щучка-то есть. Ну ладно, пошли избу посмотрим. Такая тут избушка. Такое ощущение, что тут прям кто-то... Только-только был. Ага, печь, ничего себе. Так, видно будет там печь целая. Настоящая. Так вот, два столика. О, раз, два. Ну, прикольно. А там баня. Пойдем посмотрим еще баньку. Видно, что-нибудь не видно. Вот так вот все. Ну, прикольно. Можно и попариться. Да, место классное. Ничего не скажешь. Дошли до озера. Вот такое. Бульк. Нам, мне кажется, вот там пройти. Где вон та травка. А? Так я думаю, там щука есть. Тут-то десятка будет. Блин, гнался, но не взял. Гнался, но не взял, говорю. Потыкал, потыкал чуть-чуть. Сейчас, подожди. Опять что ли щучка? Блин!
Кариус сошел. Херово берут, вообще херово прям. А? Нет, не такой большой. Ну, хороший тоже был. Блин, а? Давай к лодке потихоньку, подходи к лодке, закидывай в лодку, потихоньку. Блин, это хороший был. У нас тут уже три сошло, да? Обалдеть. Чего они так плохо брать стали? С утра лучше было. Блин, тоже нормальный был. Еще один также сошел. О, булькнул тут опять Андрей. Тут можно еще половить. Их надо всех вытащить, их тут 4 было. Че говоришь? Че, удочка? 7-метровая? Все, Хариус, конец, Андрей. Обалдеть. Смотри, какой уровень. Надрезанный взял, да? Блин. О, там плеснулся еще один. Плеснулся еще один там дальше. Взял? Блин, опять. Так это он плохо берет, Андрей. Сейчас сниму, как Иван Михайлович ловит еще. Чуть-чуть. Смотри. Вот это то. Надо сачок. Ого. Нормально. Сейчас я его возьму. Не-не, Андрей, ты тут... Ты смотри, смотри, смотри. Не спеши, Андрюша, он да-то, он хитрый, блядь, старый. Наш тайгол со всех сторон обложили. Тебе, наверное, надо обойти, Андрей, там. Так, ты что, блядь, десочка, весной-то уже беру. Вот ты. Короче, сейчас переходим на удочки, Андрей. Давай, давай. Андрюша, бери. Он тебя в сачок, ты, блядь, скакал, да? Все, все. Блин, как тяжело. Аккуратно, Андрей, тут. Там еще есть, значит, еще поменьше этого есть. Хороший Хариус. Так, внимательно смотрим за движениями Ивана Михайловича, который пошел пугать щуку. Сейчас он ее сгонит. А мы уже тут как тут с Андреем. Да, Андрей Геннадьевич? Вот так вот. Мы-то уже готовы, на самом деле. К
тому, что он ее сгонит. Что-то взяло у меня? Взяло что-то? Небольшое. Да, небольшая. Вот такая вот щучка. О, отцепилась сама, это прекрасно. Это прекрасно, да? Давайте мы ее покажем. Вот такая щучка у нас. Что, согнали, да? Все. Вот эту щучку мы отпускаем, пойдем. Ух, как ушла бодро. Пойдем ловить другую. Взяла? Ложка. Это и есть. Вот днем это же ушло. Угу. А, крепко взяла тобой. Сейчас вымотается, да и все. Но. Так, ладно, сматываемся. Все, взяли щучку. Поедем за следующий. Так, решили мы чуть-чуть попить чаек. Да, да. Набраться сил, чтобы дальше продолжить путь к избе. Все, еще одна щучка у нас. Ладно, сегодня мы половили. Сейчас собираемся их в избу. Наш на сегодня улов. Сейчас будем чистить рыбу. Быстренько пожарим, поужинаем, потому что время уже, наверное, часов 12 ночи. Может, чуть пораньше. Вот, и будем ложиться спать. Завтра опять подниматься будем.